Полюбил Иван-царевич лесную царевну Марью, но их счастью решили помешать темные силы. Коварные и завистливые Ивановы братья Федор и Василий. Не обошлось и без пакости и нечисти. Баба-яга, леший и другие все мешают влюбленным жить долго и счастливо. Благородство и храбрость, любовь и вера в чудо. Только это поможет главным героям справиться с неприятностями. В воскресенье днем. Лесная царевна на телеканале «Самара ГИС».